Знаменательное событие. Казахстан отметит в будущем году 550-летний юбилей казахской государственности. Масштабные мероприятия, посвященные этой дате, намерены провести в Жамбылской области. Вспомнить о том, как много столетий назад два хана, Джанибек и Кирей, стали основателями казахского ханства. А вместе с ним новой эпохи в жизни кочевого народа. И теперь их имена золотыми буквами вписаны в историю страны. Сегодня историки говорят о значимости этого события, которое стало началом становления независимого государства. Этнические и исторические процессы, которые происходили на нынешней территории Казахстана, имеют глубокие корни. Они уходят далекие тысячелетия. Значит, и продолжением этих исторических процессов как раз стало, значит, становление казахского ханства. К юбилею надо готовиться тщательно. И я думаю, наверное, со стороны ученых и общественности будет приведен ряд новых достоверных фактов, значит, к началу формирования казахской государственности.